Всем привет! В этом видео мы с вами соберем цветочную композицию из таких нежных розовых пионов, лука и вот такой вот зеленушки. Вся композиция у нас будет находиться в таком бело-золотом кашпо. Вот очень красивая вот эта такая спокойная расцветка, но и не скучная. Мне вот она очень нравится. Основу я, как всегда, уже при помощи клея вот такого мастер-клин у меня. Еще можно брать такого же рода клей титан. Это все легко найти в строительном магазине. Итак, основа у меня уже приклеена. Я выждала время буквально часа два. Ну, то есть она уже там плотно у меня должна сейчас держаться. Если нет, то ну, в любом случае еще время есть. А на сборку это мне никак не повлияет. Как всегда, мы начинаем с нижнего яруса и устанавливаем самые крупные соцветия. Зеленушку тоже стараемся подводить вот так под цветочек, чтобы вот она, ее там было видно. Здесь вот очень красивые пионы вот в этот раз мне попались. Здесь видите, какие вот внутри такие вот эти тычинки. И они очень такие воздушные. Мне прям нравятся. И расцветка самих вот лепесточков тоже очень хорошая. Она такая неравномерная, но вот прям натуральная очень. То есть среди искусственных цветов, ну, это вот такой хороший экземпляр. И мне еще нравится, что они делают вот здесь вот такой эффект пожухлости немножко. Ну, понятно, конечно, что это искусственные цветы, но очень круто, когда такие вот мелкие детали так хорошо проработаны. Далее я делаю совсем небольшое нависание и вставляю уже в середку. Так как эти пионы крупные достаточно, у меня, в принципе, уходит не так много бутонов на одну композицию. То есть основу мы, в принципе, легко заполняем при помощи вот этих бутонов. Итак, смотрите, все пионы я установила. Получилась такая вот шапка. И теперь я хочу добавить сюда, разбавить немножечко вот такими соцветиями лука. Они очень тоже такие светлые, весенние. Вот знаете, сейчас уже конец февраля, и хочется уже такой прям весны-весны. То есть хочется таких уже ярких цветов дома. Маленько себе так настроение тоже, знаете, поддерживать, что вот еще чуть-чуть, и все расцветет. Вставляю эти соцветия в разные стороны нашей композиции. Наверное, даже сделаю не совсем равномерно, потому что у меня будет еще зеленушка. Так, это уже не нужно. И теперь хочу добавить вот такую вот зеленушку, такой декор. Может показаться, что он даже осенний. Я вот на первое время думала использовать вот эту веточку в осенней какой-нибудь композиции. Ну, вот в сочетании с этими яркими, светлыми очень пионами, эта вот веточка как раз будет немножечко ее ну, вот, успокаивать. Так, знаете, немножко приглушать. И, конечно же, она создает такой классный вот эффект, когда крупные соцветия, маленькие вот такие вот лепесточки. То есть это очень интересно и хорошо смотрится. Такая игра на разных фактурах. Пусть немножечко так, некоторые ветки у нас торчат. То есть это прям круто. Такая вроде бы у нас будет аккуратная, но немножечко небрежная композиция.
эту зеленушку я побольше хочу использовать, чем лука. Потому что лук все-таки достаточно такой яркий у нас. Вот смотрите. Получилась у нас такая композиция. Больше я не буду сюда ничего добавлять. Зелени уже достаточно, и хочется оставить его таким светлым, с небольшими вот такими разными вставками. Ну, мне очень нравится, как смотрится вот это сочетание зелени и пионов. Получается такая... А, хотела еще показать. То есть вот, получается, видите, светлый такой горшок. Светлые пионы. Очень хорошо и нежно смотрится. Также я хочу добавить, естественно, такую карточку миленькую. Также хочу добавить, что очень можно хорошо сделать, если добавлять немножечко, ну, пару капель аромамасел на эти композиции. То есть, если вам нравятся такие разные цветочные ароматы, то вам это очень, ну, пригодится. Потому что не все любят, конечно, я в основном... Делаю 50 на 50. В общем, иногда, конечно, меня просят прям, ну, что не нужно никаких ароматов. Вот, ну, как бы это без проблем, это же дело, да, личное. Вот, но если вы любите, то можете капать по паре капель аромамасел на лепесточки цветов, либо на основу туда внутрь. И тогда ваша композиция будет благоухать. Вот я остановила свою бирочку. Такой вот у меня получился нежный-нежный солнечный букет. Мне он очень понравился. Он такой, знаете, такой позитивный, и как-то он так поднимает настроение. Вот, если вам тоже очень понравилось, я безумно рада. Спасибо вам всем за внимание. До скорых встреч. Пока-пока.